Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. يلا ابو علاء يلا يا ابو يا رب يلا وحش يا علي لفوق على اليسار لك وينه تحت على اليسار تمام عمالك شوي وحش. Ночь с 23 на 24 февраля можно считать датой начала нового этапа операции «Идлибский рассвет». За последние несколько дней правительственным силам удалось не только перебросить подкрепление к трассе М5, но и отбить несколько крупных атак террористов. Причем поддержаны они были как турецкой бронетехникой, так и артиллерией. Сегодня командование 25-й дивизии поставило бойцам задачу овладеть крупным населенным пунктом Кафр-Сиджна. مكب مسلحين اثنين دم تدميرهم اخضر عباده دمر سيارتين اليوم الى المسلحين تدمير جاز مكبات كانوا حاملين فيها سلاح وواحده على يد وشكا تعال المقطع يحيى تعال التقطع انت بيستلم محلك ابو لونا اي مزبوط ورجين طيب الاحداث هي يلا سريع شباب يلا يلا اخوات يلا يلا يا فرح 25 يلا ايه والله بشر ما بيأثر يلا الان بعد اقتحام ركايا سجنه والنقير الان باتجاه كفر سجنه وبعد كفر سجنه سندخل الشيخ بلده الشيخ مصطفى وخلال ساعات إن شاء الله ستكون المنطقة آمنة بقيادة أبطال الفرقة 25 Кафр-Сиджна еще со времен битвы за Хан-Шейхун была серьезно укреплена террористами. Район этой стратегически важной высоты давал им возможность сосредоточиться и одним броском перерезать трассу М5 на участке между городами Хан-Шейхун и Маратан-Нуман. Перед бойцами 25-й дивизии открывался вид на горы Южного Идлиба. Но чтобы дойти до них, еще предстояло освободить немало городов и сел за Кафр-Сиджной. Боевикам становилось все сложнее сдерживать наступление правительственных сил. Отходящие в горы террористы бросали свои последние укрепления. Очередной целью на пути тигров стал город Марат-Хурма к северо-западу от трассы М5. اي دبان اول شيء بودي لك الكاسحه وصلوا عندك بدا بالدبان غير الشيء 23 كمان على يمينك عم نفيس يلا توكل بالله يلا مقدر فجاه خلي يودينا على السيارة
ونحن الآن نتقدم إلى قرية معر حرمي ونحن الآن متواجدين فيها وكان يوجد هناك مسلحين وقمص ولكن الأمور مستمرة والتقدم مستمر والحمد لله. Это гористая местность Южного Идлиба, севернее печально известного города Кафр-на-Будда. Именно с этих территорий летом 2019 года боевики атаковали правительственные силы. Сейчас, когда бойцы 25-й дивизии находятся уже у города Кафр-Нубль, незаконные вооруженные формирования покидают эти территории. В этих пещерах еще ночью были боевики. Об этом говорило буквально все вокруг. Свет, оставленная еда и боеприпасы. Уходили в спешке на север. Единственным местом, где они еще хоть как-то могли попробовать удержаться, был город Кафр-Нубль. Деревня называется Сакли, с нее уже открывается вид на Кафр-Нубль. Поэтому неудивительно, что боевики решили встретить правительственные силы именно здесь. Сейчас на этой высоте остаются боевики, которые продолжают сопротивляться, их убивает артиллерия.
После короткого, но ожесточенного боя, последние деревни перед Кафр-Нубалем были взяты. К городу с трех направлений подтягивалась броня и штурмовые отряды. День сегодня был непростой, но бойцы 25-й дивизии уже выходят на восточные окраины Кафр-Нубаля. اهداء لفوج الطرماح ولقمحانة الأبطال قمحانتي يا منبع الأبطال فيك الربيع من المهد في رجال قمحانتي يا منبع الأبطال فيك الربيع من المهد رجال شعبك شيبك وشبابك على العدا زلزال الله يحمي شعبك المفضال قمحانتي فرد فرد بالعد والإجمال يزيل البلاء عنك ويبدد الأهوال Мы уже на окраинах Кафр-Нубаля. Сейчас сюда подходит бронетехника. Стягиваются штурмовые группы. У каждой из них будет свой сектор. Будет ли здесь обнаружен противник, пока неизвестно. Возможно, все свои резервы он перебрасывает в Идлиб и атакует Нейров и другие территории. Ну вот мы уже и в центре Кафр-Нубаля. Чувствуется, что 25-я дивизия идет буквально по пятам отступающих боевиков. Только мы здесь в потемках обнаружили три уничтоженных пикапа, в них было трофейное оружие. Видимо, боевики продолжают отступать, видимо, в Эльбару или Хазарин. Еще до войны Кафр-Нубаль считался негласной столицей запрещенного в России движения «Братья-мусульмане». И хотя стены города встречали нас многочисленными граффити о сирийской революции и арабской весне, власть здесь принадлежала вовсе не тем, кто называет себя оппозицией. Убедиться в этом можно было наглядно, исследовав многочисленные пещеры, вырытые боевиками вокруг Кафр-Нубаля. Еще одним ярким примером варварства со стороны террористов стали руины древнего византийского города Асар-Шаншерах. Сирийская аль-Каида оборудовала здесь центр подготовки. Расчет был весьма прост. Правительство не наносит удары по историческим объектам, и поэтому здесь фанатики могли себя чувствовать в полной безопасности.
По сути, террористы брали в заложники культурное наследие, принадлежащее всему миру, при этом не имея к нему ни малейшего отношения. После взятия Кафр-Набеля сирийцам удалось освободить небольшой город Хазарин. Он и стал плацдармом, с которого силы Тигра стали взбираться вверх на горы Джебаль-Аззауэ. Их потеря для террористов грозила скорой утратой второй стратегически важной трассы в Большом Идлибе. Речь идет об автостраде М4 Алеппо-Латакия. Фронт боевиков в горах у трассы М4 продолжал рушиться, но в ход боевых действий уже в открытую вмешалась Турция. Президент Эрдоган еще в середине февраля выдвинул официальному Дамаску ультиматум к 1 марта отойти к границам зоны деэскалации Идлиб, очерченным в 2018 году. Для весомости этих требований в Идлиб вошла крупная группировка турецкой армии. И обстановка накалилась до предела в ночь с 26 на 27 число. Тогда от удара сирийской авиации погибли 33 турецких военнослужащих. И именно это дало официальный повод Анкаре объявить о начале операции «Щит весны». Турецкая сторона задействовала все вооружение, которое находилось в зоне деэскалации Идлиб. За короткий промежуток времени было сбито 3 самолета и 2 вертолета сирийских ВВС. Также под удары попадали колонны, идущие на подмогу правительственным силам в район Сиракиба. В небе над городом кружили ударные турецкие беспилотники.
Отступившие отряды боевиков сосредотачивались в районе этого стратегически важного перекрестка трасс М4 и М5. Их целью было надежно закрепиться. Для того, чтобы стабилизировать фронт, силы «Тигра» срочно были переброшены из горных районов Идлиба, встав в оборону на трассе Алеппо-Дамаск. Все ожидали того момента, когда на полную мощность включится сирийское ПВО. И вот 1 марта с неба посыпались турецкие ударные беспилотники. За один день было сбито около 6 аппаратов. Именно это и послужило сигналом для 25-й дивизии перейти в контрнаступление. Глубокая ночь, 3 часа. Обычно в это время 25-я дивизия не атакует. Но за последние дни тактика подразделения серьезно изменилась. На вооружение, по сути, принята тактика противника, боевиков. Теперь пехота накапливается малыми группами в зданиях.
Все эти дни это происходило. Техника стягивалась также сюда, к передовой, маскировалась, загонялась в укрытие. Все из-за того, что в небе активно работают немецкие беспилотники. Сегодняшней ночью бойцам 25-й дивизии предстоит с южных окраин войти в город Сиракип. Атаковать будет только пехота. Раннее утро 2 марта, мы в городе Сиракип на трассе М5. Ночью бойцам 25-й дивизии удалось зайти в город, завязался бой, и боевики были вытеснены к северным окраинам. Сейчас по правительственным силам бьет турецкая артиллерия, также в небе кружат турецкие беспилотные летательные аппараты, поэтому перемещаться приходится от здания к зданию короткими перебежками. Главная задача правительственных сил на данный момент – это надежно закрепиться, потому что все ожидают контратаки. لكن كان في شوية صعوبات بسبب التمهيد العدوان التركي والعناصر المشاة على الأرض وطيران الاستطلاع لكن رغم كل الصعوبات تم السيطرة عليها بعض الله وقتل عدد من المسلحين والمصفحين Когда боевики входили в Сиракип, то повесили на телекоммуникационной вышке огромное знамя Сирийской свободной армии. Сейчас его там нет. Видимо, они забрали его при отступлении или его сорвало ветром, но в любом случае это знамя над городом больше не развивается. Приходится перематывать, потому что сейчас ударил беспилотник, причем бьет достаточно подло. Сначала ударил по группе людей, и как только подъехала машина, чтобы их вытащить, ударил еще раз по второй машине. Машину, скорую ударить. Скорую ударить? Да. Сначала снаряд прилетел в ту сторону. Ударили по одной группе. Им пошли оказывать помощь. Соответственно, обстрел дальше продолжился. Подъехала машина скорой помощи, ее накрыло точным попаданием. Вот так вот действуют турки. Вот он. Артиллерийский обстрел закончился, батарею эту, видимо, подавили, поэтому сейчас штурмовые группы дозащищают город. Боевики точно здесь есть. مباشرة مثل ما انبدرت بابي هذا هيك فيل فيا عمي عمي والله يلا على السريع نرمي قذيفة نرجع نحتمي نلقى نرجع نضرب القذيفة ما في مشكلة يلا يلا والله يلا
هذا بيرمي ما عندك اذا من عندك بقف الرمي بيرمي هذا وانت لمين تابع؟ قلت لمين تابع؟ انا والله انضميت جديد هلا لمين تابع؟ انضميت ها؟ فعلا الشغل الدبابات كانت تركيز كانت لدعمكم والدعم والدعم الدعم شو؟ تركي تركي؟ في جيش تركي اقتحام؟ كتاب؟ يريد ايه جيش تركي وفي ضباط اتراك؟ في ضباط اتراك كمان في ضباط اتراك وفي منين انت؟ انا من جنب قرطن يا اخو كنا يا اسمع من الرواتب التركية الرواتب التركية بس ملحق عن نوبة 10,000 عن نوبة 10,000 سوري لابتن ناس هون طلعوني في معكم اجانب صح؟ اجانب؟ اي ما بعرف الله بعد تتكلم عن كم في بالصراحة اجانب؟ غير محور بقول كم في اجانب؟ غير محور اوزبك وايغور كان في اوزبك وايغور مصر وتركيا اصدقاء صح؟ يعني في تعامل بين مصر وتركيا تركيا بتدعم انت كنت بالهجوم اللي كان على السرقة صح؟ السمبير هالمسر مش يعني المسر اللي جيت هل ناوي между президентами России и Турции. Главной темой, безусловно, была ситуация в Идлибе. Прямо во время проведения встречи террористы предприняли крупную контратаку на село Дадых. И пока в Москве жали руки, здесь шел ожесточенный бой. Вечером было заявлено, что с 0 часов по московскому времени в Идлибе начинает действовать режим прекращения огня. Вокруг трассы М4 Алеппо-Латакия создается буферная зона, и вскоре будут запущены совместные российско-турецкие патрули. Главного требования – заставить правительственные силы отойти к границам зоны деэскалации Идлиб от 2018 года – президенту Турции пришлось отказаться. Многие аналитики назвали это победой российской дипломатии. Террористы Хаят Тахрир Ашам объявили результаты переговоров предательством со стороны руководства Турции. Группировка объявляет о продолжении вооруженной борьбы. Вот так террористы в очередной раз
оказались разменной монетой в крупной политической игре. Переговоры в Москве окончились, а боевики так и остались лежать на этой земле. Большое число военных аналитиков с нетерпением ожидало последнего дня февраля. Ведь существовала реальная возможность объявления Турцией войны Сирии. Несмотря на то, что этого не было сделано, накал сражений под Сиракивом был ожесточенным. Армии Сирии, 9 лет ведущей борьбу с терроризмом, потерявшей за эти годы десятки тысяч бойцов и офицеров, пришлось столкнуться с одной из сильнейших армий блока НАТО. Что напишут об этой необъявленной войне историки, кого они назовут победителем, кого проигравшим, покажет лишь время. Но в этой ожесточенной борьбе правительственным силам удалось удержать трассу Алеппо-Дамаск. Теперь по ней снова открыто движение для гражданских маршрутов и грузов. Трассы, проходящие через мятежную провинцию, важны для будущего народа Сирии. А что ожидает террористов Хаят Тахрир аш-Шам и их пособников, пока остается гадать. Yellow.